уважаемые подписчики. Мы сегодня с вами оказались в далеком городе Высоцк, и у нас тут есть каркасный дом. Этот дом строили не мы, строила его не одна, и не две, и даже не три, насколько я знаю, бригады. Это результат примерно трехлетнего труда, и нас позвали сюда на третий этап. То есть за почти три года, по сути, собран был только каркас, и частично сделано было утепление. Причем здесь утепление очень странное, пеноплекс, обшивка стен OSB, ламинированная фанера на полах. Ну, короче, дом таких странных решений. Не хочется его ругать, но, в общем, есть много примеров того, чего повторять не стоит. Наши работы включают в себя фасад, террасу, внутренние работы, утепление, коммуникации, обшивка стен. В общем, вот тот вид, что есть сейчас, он уже после примерно трех недель или, может быть, даже почти месяца работ. То есть красиво смотрится, все отлично. Но внутри не все так гладко. С этой стороны у дома терраса и большое вот такое теперь красивое крыльцо. Но под террасной доской крыльцо залито из бетона, залито причем очень неровно. Уклон что-то порядка 12 сантиметров перепада высоты. Ну, то же самое с цоколем было неровно. Юра, бригадир, много ругался по этому поводу. Но в итоге получилось как-то все это перевести в божеский вид. Здесь под террасной доской брусок, и на брусок уже пропитанный антисептиком, на брусок уложена террасная доска. Перила здесь на террасе тоже делаем мы, деревянные. Заказчик выбрал такую конфигурацию, хотя, в принципе, сделать можно все, что угодно, как вы понимаете. Террасу мы уже заканчиваем. Ребята последние доделывают пролеты, оформляют перила. Ну и, собственно, доски уже все практически на месте. Осталось подойти вплотную к стене и закончить. Также посмотрите, интересно выглядят наличники на окнах. По поводу крепления террасной доски. Как я уже однажды говорил, мы собирались пробовать вот такого рода крепеж, скрытый от ГОЗ-ДЭК. Я показывал как-то в каком-то блоге целую россыпь этих крепежей. Ну, в общем, на такие изделия сажается доска. Получается, что, вот смотрите, здесь хорошо видно. Никаких саморезов нету в плоскости доски. Весь крепеж там внизу, но только в щели немножко его видно. Ну, вот так выглядит профиль террасной доски. Если кто-то не обратил внимания, не понял, не видел, не знал. Такие специальные канавки. Так выглядят торцы. С этой стороны у домика вход и крыльцо. Интересная такая форма крыши у крыльца. Наверное, она должна повторять форму крыши самого дома, но, по-моему, не совсем получилось. Хотя смотрится затейливо. Вот. А касаемо всякой белой подшивки, подшивки крыши, подшивки крыльца, ну, это именно сверху, это делали не мы. Я так понимаю, что доска эта красилась на месте. Я вам сейчас покажу, в чем разница с окрашенной на производстве, то есть к чему привела покраска на месте. Ну, сначала фасад. Это фасадная доска Ривальди, покрашена на производстве. Она имеет однородный цвет, выглядит хорошо. А потолок выглядит вот так. Через краску проступили сучки, смола. Очень некрасиво, согласитесь. Это терраса. Здесь на террасе то же самое. Много таких мелких пятнышек проступило сквозь белую краску. Видимо, придется перекрашивать еще раз. Да. А дверной проем, не было двери, он был затянут черной пленкой, которая трепетала на ветру, ее поднимала. И вот на потолке остались такие следы от этой грязной пленки. И, кстати, по поводу грунта. Грунт здесь самая настоящая скала. Это все сплошной большой камень. Дом стоит на ленточном фундаменте, на скале. Видите, какой получился по высоте перепад. Поэтому, наверное, ушипое здесь сделать было бы сложнее. И, кстати, заказчик к Андрею обращался изначально, но что-то его не устроило. То ли по срокам, то ли... Тут я уже точно не знаю. Но все-таки самое интересное и в какой-то степени даже непостижимое, потому что, ну, непонятно, зачем было так делать, ждет нас внутри. Пойдемте смотреть.
Итак, первое, что непонятно совершенно. Это пол. А на полу ламинированная фанера. Во всем доме, на первом и на втором этаже, на полу постелена ламинированная фанера. Такая обычно идет на опалубку. Стоит она дороже обычной четвертого сорта, который надо применять на полы. И вроде как она еще и что-то выделяет. Короче, все полы в такой фанере. Это странность номер один. Странность номер два. Утепление стен. Ну, здесь можно долго спорить, но целесообразность применения пеноплекса в стенах поверх ОСБ крайне сомнительна, скажем так, если помягче. Здесь у нас котельная, кстати. Вот электрический щит. И Юра его собирает, копается здесь. Да, Юра? Да. Хочешь что-нибудь сказать про дом? Что сказать? Даже не знаю. Даже не знаю. Юра не знает, что сказать. Здесь внизу такая дыра в подполье. Ну, потому что, к примеру, рабочие сделали гильзу для ввода воды из скважины. В фундаменте труба выведена, а в доме ее нету. Как-то так. Вот, значит, что здесь мы делаем еще? Обшивка стен. Вернее, наверное, надо начать немножко с другой стороны. Что мы делаем с этими стенами? Сейчас я попытаюсь найти где-то не готовый еще кусочек и показать на примере. Ну, как-то кое-как можно показать вот здесь. Ну, во-первых, естественно, пароизоляция применяется толстая, 350 микрон, из-за того, что там внутри пеноплекс. Пеноплекс мы решили оставить, и просто здесь его 100 миллиметров уложено. Стойки 200, пеноплекса 100. Вот в оставшиеся 100 миллиметров уложили минеральную вату, использовали мощную пароизоляцию, чтобы точно пар не попадал в стены, потому что в таких стенах выходить ему некуда. Это вот одна из комнат первого этажа. Посмотрите на перекрытие, как оно чудесно сделано и выглядит. И какой смысл вообще перекрытие утеплять пеноплексом, который не особо-то защищает от шума? Я, честно говоря, не знаю. Такой стиль перекрытия, он везде, абсолютно то же самое в гостиной. Посмотрите на шаг лаг. Ну, то есть вот лаги, они обычно через 60 сантиметров идут, либо через 40. А что мы видим здесь? Что они идут как хотят. Где-то больше, где-то меньше. Кое-как напихан пеноплекс. Из того, что хорошего есть и было уже в доме, это камин. Вот он здесь стоит. Правда, по дымоходу камина течет вода. Плохо сделано, что-то на крыше было. Лестницы на второй этаж тут тоже не было. Был просто пролет. Лестницу стали собирать. Наша обычная конструкция. Косауры деревянные, фанера. И давайте пойдем на второй этаж, посмотрим, что творится там. Так, я кому-то мешаю. Прошу прощения. На втором этаже потолки у нас наклонные. И габариты помещения, они почему-то меньше, чем могли бы быть. Потому что, например, есть что-то вот такое. Заходим мы сюда. И вот что это за простенок такой получился? Честно, не очень понятно. Посмотрите на шаг стропил. Вот он у меня не помещается в объектив. Это 1,20 м. Стропила с шагом 1,20 м. Стропила, правда, мощные, но все равно. Значит, вот здесь выполнена какая-то еще некая непонятная конструкция. С другой стороны, там потолок жилой части дома. Качество исполнения, опять же, и утепление всего этого. Насколько я понял, заказчик решил оставить доступ сюда. Это очень такой длинный коридор, низкий, где можно пройти, только пригнувшись. Вот здесь внутри прибита ОСБ, куча пены. На полу, опять же, та же самая фанера ламинированная.
Ну, короче, странное решение. Дом, я уже говорил, дом странных решений. Почему было сделано именно так, вот очень сложно вам сказать. И снять это тоже очень сложно. Здесь низко, темно. Большое количество крепежа использовано, шпилек, болтов. Ну вот, смотрите, здесь видно. Практически все стойки между собой стянуты шпильками. Их много. Вроде как заказчик покупал их в Петровиче, ему даже дали какой-то подарок, потому что купил очень много крепежа, ненужного абсолютно. И выходим из этого застенка обратно в комнату. Ну, в самой комнате тут, что сказать, все понятно. На стенах вагонка и гипрок, будет комбинированная отделка, дерево и покраска, либо обои. Как-то так. Вот это злополучный дымоход. Юра его разобрал. Будет выяснять, откуда там течет, устранять течь. И опять же, кругом этот пеноплекс проклятый. Как-то очень его здесь много. Еще как-то решено интересненько так мансардное окно. Вот это, смотрите, окно Велюкс, но оно стоит в такой нише. Наверное, будет некое дизайнерское решение. Может, красивый цветок там под ним будет стоять или что-нибудь еще. Окна здесь три. Вы это видели уже снаружи. Еще одно окно там прячется под пароизоляцией. Пароизоляцию натянули, но еще не обрезали, как положено. Вот такие небольшие шкафы на втором этаже. Также есть люк на чердак. Давайте тоже посмотрим, что там на чердаке хорошего. Мне почему-то кажется, что ничего особо хорошего там нет. Вот так выглядит холодный чердак. Зачем-то в холодном чердаке фронтон пеноплексом утеплен аж до самого конька, и там еще килограмм пены. Да. Вот это все лишние детали. Лишние детали. Мне кажется, что даже тот, кто ничего не понимает в строительстве, способен сделать выводы о качестве исполнения этой конструкции. По поводу, кстати, я сказал до самого конька. А конька-то там и нету. Здесь всякие непонятные совершенно подпорки. Это все работает, но решено очень странно. Уважаемые подписчики, очень-очень странно. Никогда я такого не видел. Я думаю, что на сегодня мы видеоблог закончим, потому что я пребываю в некоторой растерянности, ну, можно сказать, в небольшом шоке от того, что там увидел. Возможно, вы тоже. Но, к сожалению, такие каркасные дома бывают. Это результат работы, по-моему, 5 бригад. 3 года. Хотя за 3 месяца можно было построить то же самое и гораздо лучше. И, возможно, дешевле. Потому что кто может посчитать расходы на поездки сюда, на потраченное время, нервы, все то, что заказчику пришлось пережить, можно даже сказать так. Тем не менее, все будет хорошо, дом будет красивый, несмотря на эти недостатки, несмотря на, ну, просто лишние потраченные деньги на непонятные конструкции, все это будет работать, но лучше так не делать, такой опыт не повторять. Спасибо за просмотр, оценивайте видео, всем пока! Кстати, сегодня со мной вместе приезжала Юля, наш инспектор технадзора, но сниматься она не пожелала, может, в другой раз, в другой серии, так что вы ее еще увидите. Я видео снимаю, можешь идти. Это видео.